Здравствуйте, меня зовут Михаил Истомин, я виолончелист Питтсбургского симфонического оркестра и Питтсбургского фортепианного трио. В этом коротком видео я хочу рассказать вам об уникальном всемирном симфоническом оркестре YouTube под руководством дирижера Майкла Тилсон-Томаса. Мы ищем новые таланты, и вне зависимости, в какой точке мира вы живете или находитесь сейчас, у вас есть возможность поучаствовать. И мы приглашаем вас присоединиться к нам и принять участие в этом глобальном музыкальном празднике музыки. В прошлом году музыканты из 30 стран мира съехались в Нью-Йорк, и концерт происходил в знаменитом Карнеги-холле. В марте 2011 года оркестр собирается в Австралии и будет играть концерт в уникальном концертном зале оперы города Сиднея. Мне посчастливилось играть в этом зале несколько лет назад, и должен сказать, что и зал, и сам город произвели на меня совершенно неизгладимые впечатления. Так что надеюсь, у вас будет шанс на все это посмотреть и ощутить. Но сначала вам нужно принять участие в конкурсе. К счастью, не нужно никуда ездить и не нужно ничего посылать по почте. Все будет происходить онлайн. Нужно выйти на страницу youtube.com/symphony. Нужно будет выбрать свой инструмент, выучить произведения, указанные там, записать это все на видео и загрузить это видео на YouTube-страницу до 28 ноября. Все детали там указаны на этой страничке. Даже если вы не играете на традиционном оркестровом инструменте, но хотели бы принять участие в этом грандиозном мероприятии, у вас есть шанс. Вы можете записать импровизацию на темы композиции, которые указаны на этом сайте. Так что где бы вы ни жили, на чем бы вы ни играли, у вас есть шанс поучаствовать еще раз в этом грандиозном мероприятии. Желаю вам удачи. Занимайтесь, записывайте, присылайте нам ваши видео. И надеюсь, увидимся в Австралии. А мне пора бежать, концерт.